По-настоящему народная программа, чтобы решала конкретные проблемы. Два месяца назад «Единая Россия» объявила сбор предложений от жителей. Какие задачи перед властями они ставят в первую очередь? В итоге люди прислали больше 1000 писем. Дополнили программу вопросами про достаток семей, образование, медицину и газификацию домов. Я убежден, что она отвечает сегодня всем основным реальным, реалистичным планам, настроениям, пожеланиям, которые есть у избирателей Алтайского края, у наших земляков, у жителей края. В целом же программа включает строительство и ремонт школ, больниц, дорог, благоустройство скверов и парков. Документ предусматривает и пути поддержки бизнеса, спорта, культуры, адресную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с детьми и многодетным родителям. Документ, который ложится в основу и ставит определенные задачи перед партией по дальнейшему развитию нашего региона и, конечно, благосостояние жителей нашего края. В течение 5 лет мы будем внедрять ее и отчитываться перед нашими избирателями. Установлена периодичность. Каждый год отчет за проделанное за предыдущий прошедший год. По итогу конференции предвыборную программу утвердили. Она будет корректироваться в течение всего срока реализации. Ознакомиться с ней может любой желающий на сайте партии онлайн. Отметим, что подобные конференции проводят и другие партии, что позволяет жителям края увидеть проделанную работу. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.